Добро пожаловать на Шрёдаль ТВ. Обратите внимание на основные моменты техобслуживания вашего Шрёдаль клапана. Для долголетия клапана и для вашей безопасности. Соблюдайте, пожалуйста, обязательно правила техники безопасности, указанные в типовой инструкции по техническому обслуживанию клапана ТДМ. Их можно найти на нашем сайте в формате PDF. Убедитесь при помощи типовой таблички в наличии правильных запчастей перед разборкой клапана. Для этого вам понадобится тип клапана и правильный К-номер. При отсутствии таблички технические данные выбиты на корпусе клапана. Для сборки клапана необходим новый комплект уплотнений. Комплект уплотнений и перепуск в сборе являются рекомендуемыми запчастями. Чтобы проверить перепуск, освободите фланец. Для этого открутите винты и отодвиньте фланец в сторону. С помощью двух подходящих съемников осторожно извлеките перепуск из корпуса клапана. Съемники цепляются противоположно за кромку управляющей головки. Теперь извлеките перепуск с целью выявления дефектов. Освободите втулку из управляющей головки. Осмотрите тщательно внутренние поверхности втулки на повреждения. Обратите особое внимание на седло втулки. Легкие повреждения удаляются притиркой седла заново. При серьезных повреждениях необходимо заменить перепуск полностью. Подробнее об этом позже. Затем извлеките конус из управляющей головки. Осмотрите также тщательно поверхности конуса. Обратите внимание на повреждения и дефекты. Обратите особое внимание на седло конуса. Легкие повреждения удаляются притиркой седла заново. При серьезных повреждениях необходимо заменить конус. Далее проверьте подвижность втулки управления. Она должна плотно сидеть и в то же время свободно двигаться. Убедитесь в подвижности компенсирующего поршня. Для этого пошевелите рычаг управления. Потом передвиньте компенсирующий поршень обратно. Вы должны почувствовать сопротивление. При отсутствии сопротивления уплотнительные кольца износились, и их следует заменить. В этом случае свяжитесь с нами. Проверьте перфорированный диск на возможное повреждение. Продвиньте диск через фланец на низ, воспользуясь при этом вспомогательным инструментом. Поверхности седла и отверстий должны быть без повреждений. Если ваш ТДМ оснащен конической втулкой вместо перфорированного диска, то принцип разборки идентичный. При осмотре обратите внимание на возможное повреждение внутренних поверхностей конической втулки. При сборке убедитесь, что сторона с уплотнительным кольцом вводится в первую очередь. Это были главные пункты проверки перепуска. Если вы обнаружили сильное повреждение, необходима замена перепуска в целях безупречной функции клапана, а также всего оборудования. В любом случае рекомендуется всегда иметь один комплект перепуска в запасе. Если у вас его нет, то назовите нам тип и К-номер вашего клапана для правильного снабжения. Комиссионный номер клапана должен соответствовать с этикеткой на упаковке с запчастями. Следующим действием снимаем верхнюю часть. Открутите все гайки, кроме двух противолежащих.
Учитывая напряжение пружины и страхуя верхнюю часть, открутите последние гайки. Маленькие клапана страхуются вручную. Теперь снимите верхнюю часть. Достаньте пружину из конуса и проверьте, нет ли на ней трещин. Затем достаньте конус. Осмотрите тщательно верхние и нижние направляющие поверхности конуса, не повреждены ли они. Легкие повреждения можно отшлифовать согласно типовой инструкции. При серьезных повреждениях необходимо заменить конус полностью. В этом случае свяжитесь с нами. Если вы используете клапан с кольцом в Вентуре, выньте его. Осмотрите тщательно внутренние и наружные поверхности кольца, не повреждены ли они. По окончании ремонтных работ соберите клапан. Соблюдайте чистоту и в любом случае применяйте новое уплотнение. Для EPDM уплотнений не используйте никаких минеральных смазок, а применяйте только силиконовые смазки или просто мыльный раствор. Сборка клапана происходит в обратном порядке. Для начала установите новое уплотнение. Вставьте конус. При этом следите за тем, чтобы продольное отверстие конуса находилось в направлении фланца. Только в этом положении можно соединить рычаг управления с конусом. Затем установите пружину. Установите перепуск. Следите за расположением управляющей головки. Канавка должна быть вверху, когда рычаг управления вставляется в отверстие конуса. Теперь установите фланец. При этом следите за тем, чтобы выемка на фланце совпадала с выступающим штифтом. Закрутите гайки и затяните их. Установите верхнюю часть, следя за расположением отверстий. Затяните гайки. В ходе итоговой проверки необходимо проконтролировать все винтовые соединения. Испытание клапана проводится с насосом. И снова ваш Рёдаль-клапан готов обеспечить вам продолжительный режим работы. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы с нетерпением ждем вас.